переходим вот этот нахаль Лотом, вот он, этот нахаль Лотом. То есть зимой здесь течет вода через вот эти вот места, где мы сейчас стоим. Как тебе нахаль Лотом? Хорошо. Тут тенечек, много зелени, птички поют. Но есть ощущение, да, что мы в городе все равно. Да, есть. Все-таки здесь по-другому атмосфера чувствуется, запах другой, чем если это было бы где-нибудь возле Бейт-Орена или на Швиль-Исраэль. Да. И шумы все равно здесь есть. Вот слышно, шум города слышно, да, какие-то машины, что-то еще. Но сам факт, что это, если учитывать, что это прям в центре Хайфы, то, в общем, довольно интересно. Очень, да. Необычно, что это в центре города, достаточно такое дикое место. Ну, радует, что здесь тенек. Да. То есть, в принципе, здесь прохладно. Да, сейчас, не душно. Сейчас, в общем-то, везде прохладно, ну и сверху, и даже под солнцем на ветру вполне так прохладненько ощущается. Да. Вот, но здесь, я думаю, дополнительно прохлада. И здесь, в принципе, даже летом, в жару, в августе, допустим, вполне можно было бы пройти. Можно попробовать, да. Трудно сказать, что это такое, но это идет оттуда, из будки, насос какой-то или что-то. Вода как-то шла через этот насос, скорее всего. Вот, а потом выходила, вот там труба, видно, идет. И куда-то все это дело шло, скорее всего, наверх, в город. Да, как я прочитал в описании, это старая насосная станция, которая сейчас не работает, естественно, и цель ее была перекачка воды в нахаль Лотом, то есть вот сюда, вот здесь тек этот ручей. Скорее всего, это был все-таки зимний ручей, но, возможно, там написано, что эта вода, она перекачивалась по замкнутому контуру, то есть отсюда забирали воду, перекачивали в другое какое-то место, видимо, наверх. А потом сверху опять перекачивали сюда. Зачем это нужно было, не очень понятно. Возможно, это так работала система водоснабжения в старой Хайфе, когда, может быть, еще была Османская империя, Турецкая империя здесь. Но это мои предположения. Не знаю точно, что это, для чего она служила, эта станция. Но это насосная станция, это точно. Здесь как будто был когда-то мост через ручей. Тропа хорошо обозначена, как все тропы. Здесь вот такой проход, как бы поверху получается, а можно вот
внизу увидеть, что течет ручей, вот русло ручья, вот оно внизу, да, мы вот здесь поверху идем, как дорога такая прям, да, как будто специально сделано. Интересно. Я думаю, что даже когда он течет, здесь можно пройтись как-нибудь, да? Ну, там, может, ну, вдоль? Я не знаю, да, может быть, вдоль можно пройти будет. Или придется его переходить прямо по воде, бродить. Тоже возможно, да. Ух ты, какой! Сейчас придется на корчиках пролезать. Ну-ка. Следующий. Да. Не получается снизу. Вверх идут. Снизу вверх. В этот раз. А то мы часто ходим. Снизу вверх. Да, вот такой вот водилотом. И вдруг опять снова ровно. Дорожка почти. Пока только листики не ловили. Thank you.
Да, здесь прям такая набережная каменная. Да, по сути, здесь зимой течет вода. Ну и видно, что она так, русло это вот проглажено. Камни такие гладкие получаются, как дорога прям каменная, представляешь? Да. Идешь прям как по каменной дороге. Да, это вода явно прогладила камень. Очевидно. Да, это похоже на цистерну, искусственную цистерну для сбора воды. Вот тут явно каменная кладка, вот эта вот, она вручную сложена. Очевидно совершенно, что это люди сделали. Я прям внутри нахожусь, спустился. Но тут она уже сломана, потому что здесь большой пролом, через него можно пройти. Но определенно это, скорее всего, было для сбора воды. Такая вот цистерна. Камни так сложены хорошо, качественно, достаточно, крепко. И все это на большую такую крупную породу опирается. Тут так прохладно. Похоже, что это тесали. Здесь местами где-то стесано. То есть она частично искусственная, созданная, частично естественная такая штука. Ну, интересно, конечно. Тут похоже на следы каких-то инструментов. Вот это вот. Любопытно. Будем карабкаться сюда. Вот она, зелено-красная или красно-зеленая тропа, которая идет на Стелла Марис. Тоже очевидно, что ручей, его русло, и мы по нему поднимаемся наверх. Как будто амфитеатр такой, да? Да. Красиво. Хочешь руку давай? Заберешься. Красно-зеленая. Ну, та самая тропа, которая вокруг Хайфа идет. По которой я думал когда-нибудь
тоже пройти. Возможно? Нет, я думаю, что нет. Интересно, куда? Здесь сверху? Или там снизу? Или там то же самое? Прикольный. Цифровым зумом, правда, ну. Койот. Ну видно? Да. Койот. Как раз он сейчас там пойдет. Он стал ходировать. Класс. Такой запущенный парк уже. Кажется, давно им не занимались тут что-то. Ну так, все вроде бы сделано было, но, в общем, так уже не давно не занимаются явно тем парком. А там море. Все уже даже видно. Да. И даже слышно. Тропа, конечно, подзаросла. Тут замусорили какие-то. Диваны поставили. Железки. Что-то мусор тут, конечно. Чувствуется, что город совсем близко. Можно вот знак тропы поворота наповорачивать здесь. Ну так, она как бы не то чтобы совсем заросла, местами, видимо. Где-то сильнее, где-то слабее. Наша тропа, она вот так как-то по камням тут по открытым идет. Верхом или низом? Скорее всего, низом. Какие-то колючки опять. Может, верхом?
Пойдем верхом лучше. Тоже колючки? Ну не, то, не настолько. Там прям куст такой. Здоровущий. Да, заросла. Существенно так она. Заросла. А тут куда? Ну тут вообще что-то тупик. Так, в общем, нашли мы тропу, куда она там сворачивала. Вот мы оттуда пришли сверху. Вот так вот низом спустились и вот здесь прошли. Тропа идет дальше. Вот здесь весь знак уже почти выцвел. Вот сейчас забираемся по знакам. Здесь опять знаки на камне, но тоже, как видно, они выцвели. Но тропа еще пока угадывается. То есть, в принципе, здесь, видимо, еще кто-то ходит. Ну, в данном случае, да. В данном случае мы идем. И мы эту дорогу еще раз, как говорится, дополнительно протаптываем. В принципе, все можно идти по улице, конечно. Но здесь... так интересней. Вот нам туда или вот туда? Интересно мне. Направо или налево? Вроде как направо. По карте. Пошли смотреть. Прав. Да, вот. Вот знак опять. Подзаросла она, конечно, подзаросла. Сюда, наверное? Или не сюда? Вроде бы сюда. А, туда и сюда. Что там карта? Направо. Туда. Туда. Да. Да, вот мы выходим на какую-то дорожку такую культурную. Культур-мультурную. Так. Вон она. Наверх. Наверх? Наверх и налево. А, подожди. Нет, сюда. Вот так идти. Так идти. Наверх это слишком круто. Да, вот знак опять. Справа, слева. На столбе, тут на бордюре. Знак. Тут даже какой-то свежий. Ну, нет. Тут-то близко. Можно подойти, покрасить. Вот тоже знак. Да, что-то синий какой-то там. Да, детские площадки запрятаны. Ага. Надо знать, что оно здесь есть. По-моему, нам сюда. Судя по вот этому знаку, нам сюда. Посмотрим, что там у нас. Что у нас тут? Пальмы тут, понимаешь, какие-то. Да, море, мы вышли практически на
море. Ну вот тропа вот она возле Стеллы Марис, она вот уже такая по открытому Нагорью идет, и поэтому уже как бы так угадывается легко. Даже без карты можно разобраться. А так, конечно, там дальше, где мы, ну, раньше, где мы шли, там, конечно, без карты было трудно. Знаки видно еще тоже попадаются. Да, мы сейчас ее будем проходить, кстати. Будем ее проходить. Знакомые пейзажи. Слышно море уже. Да, прибой. Вот такое Нагорье. Открытое, без леса. Даже кустов высоких нету, только колючка. В основном. Ну, тропа такая, по ней удобно идти, открытая. Такого хорошего качества. Ну вот, собственно, часовня на Стелла Марис, которая, к которой мы идем, наша конечная точка. С нее очень красивый вид оттуда. Площадка там есть, красивый вид. Там сейчас посидим, тоже поснимаем, посмотрим на море. Корабли в Хайфском заливе. Наверх не пойдем, мы пойдем к часовне, которая здесь прямо на самом краю горы Кармель, которая упирается в море. Та часть, которая упирается в море. Такие мощные камушки. Порода. И стенку выложили, явно еще давно. Тут еще какая-то стенка. Да, панорама тут, конечно, классная во все стороны. Да, красиво.
Так, пошли вниз. Такие выбитые, выдолбленные в камне ступеньки. Интересно. Постарались. Можно мне пропало? Да, здесь уже так все совсем по-другому. Мощные ступеньки такие, скале.